Всем, ребята, доброго времени суток. Мы снова с вами находимся на территории СПК. Будем с вами готовить технику, запускать. Совсем скоро уборочная. Всем приятного просмотра. Это она со временем разбалтывается? Ну, уже пизда. Кирилл уехал туда? А? Кирилл, уезжал? Я и не видел его. Где Макар, бля? Распаковка. Новенький, красивенький. Россия ведь написано. Они всегда российские были? А это все, плохая купала. Не подходит, что тюрьма со всех хуйни, блядь. России сделал под эти ножи. Что-то потерял. А, я думаю, байки упал, он тут уже. Сколько их хоть штук-то здесь? Безграничное количество. Новый. Вот показываю людям, что новый. Чего музыки ебил? Все по дыркам сходится, блядь. Хуй там. Чего? Не сходится. Не сходится? Ха, значит, он прав был. Так, стоп, дорогие друзья. Кто был прав? Вношу ясность. Мордвин. В переводе Женя. Так его называют в совхозе. Для справки, думаю, теперь всем понятно. А, да. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Чего ты хотел? Придет сверлить их. А, ты имеешь в виду, который у тебя с этими, с проточкой боковой? Угу. Вот, и у Женька атаку. Он говорит, он прошлый год, говорит, прям по месту просверлил. Ну, я его шутовер брать нахуй и схуячить. А вот вы где хотите сверлить-то? Прям здесь. Что-то тогда Кирилл говорит, что должны туда идти. Или вот тут попробуем, не подходит? Чуть-чуть не подходит. Тут попробуйте, знаешь, что? Бок, верло, блин. Вон где не подходит. Mm. Самой вот. Ну там чуть-чуть получается, наверное. Чуть-чуть. Один вот эту сумму. Напильником подработаете. Напильником тоже. Да это нет, сверло, братья, он сверлом. Просто она сама бы это не дает. Боковина. Сама станет. Да. Так это все подходит. А станина вот хуй там не дает чуть-чуть. Ну давай станин туда. А это да, вот он. А таких точно там у нас нету, да? Mm-mm. Ты все просмотрел внимательно? Да. Зеленых нету. Не, а может черные такие есть с этим? Пойдем еще раз поглядим. А там прошлогодние где-то валялись. Пойдем взглянем. Пойдем еще, вот ящики, пойдем как раз сейчас тоже. Ох, а там в углу прошлогодний вот этот мешки. Ну, тоже тройный. Да, смотри. Так, пробуем сверлить. Пошла же.
победа. Маленькая победа. Все пойдет. Если захочешь. Все отлично. Всем, дорогие друзья, доброго времени суток. Мы с вами находимся на территории хозяйства, но уже через 5 минут отправляемся в поле на тумане опрыскивать. Много не будем опрыскивать, времени мало, дожди опять на сегодня передают. Посмотрим по ситуации уже. Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт. Дорогие друзья, я искренне чувствую, что у меня сегодня что-то произойдет. Вот прям вот... Вот чуйка такая. Но надеюсь, что будет отлично. Сегодня такое летнее настроение. Докурил, кого-то впирал, это... Технику заправили, теперь стоим на низком старте, в ожидании того, как соберется вся команда, соберутся все люди. И отправимся в путь. Блядь, от того, что домой подъехал, блядь, убирай туман на путь. Надо поставить. Я не могу его убрать, мы с Вованом сейчас поедем. Вован уберет его, убирай Вованом. Ну уберем сейчас вместе. А что тут это, запчасти-то смотрю, там ведь твои валяют. Здорово! Здорово! Ты что, опаздываешь? Отца ебать не учат. Понятно. Так, теперь мне нужно повнимательнее бортовые смотреть. Вот туман немного задрали. Блин, под ним даже лазить можно. На корточках спокойно. Я себя вообще нормально чувствую. То есть его осмотреть теперь вообще идеально. В случае чего. Нормальное такое преимущество. Ну, вроде подтеков нет. Чем будешь заниматься сегодня? Ну, диски будут ставить. Диски? Понятно. Какие вот эти вот диски? Да. Напишите в комментариях, из-за чего здесь лопается резина. Из-за избыточного давления в шинах? Или потому что им время пришло? Меня этот вопрос мучает немного. Хочу вот у вас узнать. Ого, сколько менять. Все, дорогие друзья, отправляемся. Когда будет этот день, ты пой про себя. Про меня, за любовь, за маму, за брата. А то судьба загнет ата-ата. Ата-ман. Я типа ата-ман. В жарком там. Ну, здрасте, веточки. Повыше стал туман, цепляет. Кстати, опрыскивать едем в сою. Она у нас такая зелененькая, красивенькая. Почти добрались. Ох, тут росы, она вся сырая. Thank you.
после обеда дождь. Ну, он и сегодня вот дождик будет. Я ничего горячего не ел. А я ем. Кофе, две печеньки. И каждый день надо кушать, блядь, горячее. Каждый божий день. Чтобы желудок? Желудок. А вы свой желудок щемите, блядь. Он у вас не работает, а кашляет. Ой. А, это, короче... Люди попросили тебя снять обзор на семерку Джон Дир. Ему понравился трактор. Вот и лопата из них. Хороший? Ну смотри. За всеми надо уход. Знаешь? Если ты, это, как говорится, хозяин есть, не хвилист. Вот такая пара. У нас лезут все, бля. Потом после них занимайся, блядь, ребенком. Один хозяин должен. Ну это правда, эта техника будет вести себя нормально. Ты ее знаешь, где у тебя, блядь, болезнь, где что. А так, ну как ты вот сейчас, блядь, иди вот, сядь на любой восьмерку. Какая у нее болезнь? Ты не знаешь. Так же любой каждый. А у нас вот в прошлом году уже 5 человек, я 6-й. Одна техника. У меня была машина, блядь, когда я возил. Все, я голову не забил. Ну, правда. Вот он, Чичи, ездил. А мне толкуйте. Вот там пенсионер капает. Теперь ты, сука, ездил. И не делаешь. А я должен еврей делать, блядь. Это тоже не делаю. А если он посмотрит это видео? А я потом... Кто? Чичи. Да мне чихать на него. Я ему глаза сказал. Вот. Я ему раз полез, доводил, мне соляра облило, блядь. Снова до головы. Там идут звук бака. И идут потом у нас вот сюда. Как я, блядь, а там она протерлась, лохматила. Кое отрезал, да не подпирал. Короче, жесть. Искупался ты знатно, да? А, на все оставь. Всех, наверное, вспоминал потом, да, добрыми словами? Обычно где был, блядь. Так не делается. Понимаешь, он 10 дней, я на больничном, да? 10 дней. Раз, и все. Любая техника, сам за собой не будешь смотреть, все, и обкакаешься. За правду я буду грызться, блядь, до последней капли крови. Шалпа, фапарат, ехали, взял он, заглох. Кто? Два раза по земле. О, Арчик! Ну, судьба такая, бензин кончил. Сколько, как сыра-то, да? Бензин еще. Надо пригрузил его. Да ладно. Да жатку он перегоняет, спокойно, не напрягаясь. У него вообще тонна две. Да. Да? Конечно. Жесть. Охренеть. Я тебе говорю, он это. Первый раз повернули, он раз заглох, не ставлю. Второй раз температуру показал, думаю, ремень оборвался. Восток нехер грузить на него. Что, не ходил, не смотрел, набрел? Что-то пару грибов нашел. Он, Володь, что-то нашел, подтопник и подосили. О, слушай, короче, мне в комментариях, знаешь, что пишут? Что вот этот вот аппарат, это медленная смерть. И что у кого-то там и сосед, и соседи работали оба на гербицидах. Умерли от рака пищевода, по-моему. Что-то там много чего пишут, то, что это медленная смерть. Очень много пишут. И правильно пишут. Потому что к этой надо сейчас... Желудок у тебя должен быть полный. Едой. Ну, блядь, не вот так вот, а когда она сосет. Ты сосешь, ты глотаешь, блядь. Ты желудок у тебя полный, все, никакой смеситель нет. А желудок не полный, блядь, начинается у тебя там вот так вот, на. Глотаешь вот эту парашу, блядь. Реклама. Майорные купил. Так что нихуя хорошего у меня нет.
куда поехал, блядь? О, и сюда. А и... он тогда едет, блядь. Кто? Один. Во. А, ой, туда. Ебани берешь, чтобы она, блядь, не гнулась. Во, ебашь. Дурак, блядь, ты есть дурак. Какой сегодня горячий? А? Горячий, все говорю. Все огненный, греется. Все вообще просто. Он тяжелый, он там полно две нагрузил. Куда? Тут первая ехал. Будь меня, обрезать его. Какой? О, видишь, ты делаешь? Угу. Поехали. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Короче, ребят, поднялась температура. Кондиционер стал тут теплым. А, в тот раз у меня такая проблема была. Был забит радиатор. Но сейчас ничего, ни пыли нет, ничего не летит абсолютно. Хотя нет, что-то есть, что-то у нас забилось. Немножко совсем, это очень интересно. Температура по-прежнему растет. У нас дуйка там стоит на базе. Температура абсолютно не падает. Посол есть. Да, безусловно, есть шелуха, я не спорю, но странно. Он сейчас теплым дует, и температура по-прежнему высокая. Температура в итоге у нас не падает. В тот раз, когда такая проблема произошла, я немножко даже вручную просто очистил радиатор, и у меня все стало замечательно. И она прям на глазах опустилась. Сейчас же нифига. А вообще вентилятор работает? А у нас вентилятор отказал. У нас, ребят, вентилятор отказал. Когда подъедет напарник, даст номер телефона, я узнаю, какая релешка отвечает за что. Будем разбираться. Погода с предъявителем. Это между с левой стороны. Это пояса, это где круче давление. Ну, надо сейчас проверить его, попробовать гидравлика. Работает, если гидравлика не работает, значит, привод слезал. Может быть такое? Ну, заведи, посмотри, работает гидравлика. А, просто? Ну, я же только что раскладывался. Вован, вентилятор заработал. Вован. Заработал? Он и температура упала. Вот такие вот, ребят, шутки-минутки.
Причем пока навигатор загрузится. И сейчас опять поедем. А я говорю, чуйка у меня сегодня плохая, что техника будет вся как-то странно вести. Ну если ему вообще это нравится. Даже не думает, да? Ну что? Переезжаем в другое поле. Вон слева большое. Ну как большое, небольшое. Ребят, поле, конечно, очень интересное в плане рельефности. Это просто жесть. Сейчас вы вот так вот оцените, что это за жесть. Охренеть, просто Я говорю, буксуешь? Ах, не видно из-за травы, непонятно немного. В общем, спуск очень крутой. Мне прямо от посадки начинает, да? Начинает, там написано Жомина. Жомина 1, Жомина 2, координаты одинаковые. Буксуем, ребят. Я вот смотрю потихонечку, тучи надвигаются, это очень плохо, нам этого не нужно. Дождик нам абсолютно не нужен, нам нужно брызгать. А брызгать очень много. И уборочно уже подходит. Свежий ветерочек. Прям. Там замечательная погода. Ребят, там огромная туча идет. Агроном сказал ждать. Ну а что смысл ждать, если тут уже очевидно. Все на базу? На базу и тут. Казалось бы, на первый взгляд, что тут может произойти? Финишная прямая домой, но нет. Туман решил все иначе. Так, дорогие друзья, у меня поднимается температура опять на тумане. Я это еще понял, потому что у меня кондиционер перестал дуть. Туча идет гигантская. Нужно доехать до базы. Вован, у меня опять температура поднимается. Короче, все, температура загорелась. Что делать-то? Давайте ветеряны крутим кому. Так, сейчас мы все отключим.
Так я перезапустил. Сейчас выйду, посмотрю. Нет, валан не крутится. Смотри, Вован, короче, гидравликой пошевелил вперед-назад. Вроде как стрелочка стала. Уходи, сейчас гляну, может он опять заработал. Гидравлика, поехали, значит. Не работает? Не работает ничего. Да стрелка упала? Нет. Она чуть сдвинулась и все, и прям опять стала. Да пошевели гидравлику сюда, подергай еще раз. Нет. Гидравлика начинает шевелить, стрелочка начинает дергаться. Только перестаю, и он перестает. Да, пищит? Да, пищит, пищит. Я когда гидравлика шевелю, температура начинает спадать. Вот, смотри. Молоток. Ну что там? Вот я тебе крыльей пойдем. Вот меня пусти. Вот меня пусти, вот так пойдем. Да, и все. А температура, да, она опустилась до сотки. Что ж теперь? Что ж теперь делать?
сильный дождик. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная.